такой вот небольшой мувик от команды Trust. Сейчас мы подождем моего сокастера и начинаем. У меня, в принципе, все готово. Ожидаю только его. Денис. Алло, добрый вечер. Привет. Запустил я мувик наш, показал зрителям, если они, конечно, есть у нас сегодня, в чем я очень сомневаюсь, но да ладно. Сейчас стрим, кстати, проходит без задержки. Так что можете писать что-нибудь в чатик, ребят, вкидывать грязь. Так. О, Денис, нет, я остановил пик, как бы. У меня сейчас первый бан от Radiant'ов. 26 секунда, пожалуйста, поставь тоже. Я просто... Сейчас, хорошо. Я напомню нашим зрителям, что Minute 5 идут на первом месте, если не ошибаюсь, со статой 9-0. По-моему, уже ребята себе обеспечили 100% слот в лан-финал. Ну, не финал, а плей-офф, так сказать. Вот, что могу сказать. В деле видел только Rap and Viscous. Если я не ошибаюсь, парня зовут Олег. И Витвиц. Выступал он за команду Усы Артема, которую все прекрасно знают. Так, Дим, еще расскажи, пожалуйста, какая у тебя сейчас секунда точно идет? У меня 0.26, бан Radiant номер один. Ну, сейчас у меня, то есть, происходит первый бан от Radiant'ов. 0.26, это осталось на бан у них. Хорошо, сейчас еще одну секундочку, и сейчас можно начинать будет. Да, я продолжу свой рассказ. Вот, Олег видел в деле, против него стоял. Мидер хороший, опытный, выступал, если я не ошибаюсь. Все, можем начинать, Дим? На двух турнирах наших, да, и мы начнем. Я жму play, Денис. Раз, два... Три. Поехали. У меня 23. Ну все, отлично. Все отлично мы настроили, ребят, все. Так, эту штучку я скрою. Так, насколько... Ну я могу сделать предположение, что... Ну ладно, я не буду рассказывать, что... об этом матче нашим зрителям, потому что мы результат с тобой знаем, как бы, да? Ну и да. Что будет за матч, я скажу только, чтобы зрители не расходились на 15 минуте, так сказать. Потому что самый сок, самая грязь ожидает нас. Так, ты давай тут лишнюю информацию не рассказывай, просто будет нечто интересное. Я тебя понял. Я понял. Так, ну баны пока что вполне стандартные. Ну да, да, да. 5 seconds remaining. ДП. Это дефолтный бан для нашего патча нынешнего. Ну да, всех сильных героев мета забанили. То есть ДП это сильный пуш. Бремастер, станчики, мишки, грязь и селья. Void, Razor, Viper, First Pick, Mad, Minute 5. Кстати, почему-то я думал, что на пике у них именно Олег выступает. Мидер команды, 5, насколько я знаю. Ждем First Pick от Bikini Bottom. Посмотрим, что возьмут ребята. Меня уже хейтят в чате, причем админ нашего канала. При этом он там пишет, как посмотреть. Нет, он вкидывает тему с T4, комментатор. Вот это вот.
Так, Тайтхантер ферспиком от Бикини Ботом. На самом деле, я скажу тебе, что стримить очень сложно после дня такого. У меня что-то сегодня прям очень я устал, ребят. И, если что, простите за оплошности. Ничего, если что, я тебя как бы спасу, если целый день абсолютно ничего не делал. Втыкать, да? Кроме мувика. Но мувик я ребятам показал, вы можете его увидеть в группе Киберарена Мита. Ссылочка в описании канала, по-моему, есть. И на YouTube-канале. Возможно, будет, возможно, нет. На YouTube-канале будет, как только Алексей все разрулит. Алексей... Бог простит, пишет ассистент. Ассистент. Это же ассистент Лазовский. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. Приветствуем всех вас, ребят. Приветствуем всех. Зовите друзей. Будет грязь, пот. Лица будут биться. Скажу так. Ладно, все, молчу. Ждем. Сектпик от Ми-5. Ну, Бикини Ботом тем временем взяли аппарата. Ну, у них будет сильный прокаст. АУЕ прокаста, да. Но при этом в бан они не отправляли сайленсера. Вообще, Тайтхантер нам вчера показал. Скайрес ММЭК тем временем залетает вторым пиком от Радиантов. Вчера, кто не смотрел матч, если не ошибаюсь, ОЛПСТ... против Скворцов Гейминг, я не устаю восхищаться их названию на самом деле. Вот. Вчера показал Тайтхантер. А, нет. Игра вчера была очень сильная. Вру. Я сейчас о первом матче, где нам нормально, где Тайтхантер стоял соло против Бристлбека на легкой линии. И у него, ребят, вот задумайтесь, 12-я минута, у него топовый крипстат, топовый. Там мало того, что он топовый, то есть он набрал просто даже, ну, для любой игры очень большие цифры. Это очень сильно было. Мы после матча взяли вьюшку у капитана, если я не ошибаюсь, Олег зовут молодого человека. Он нам сказал, что... Ну, мы в нем просили, что, мы ему сказали, что Хартер хорошо выставил свою линию, как бы. И он сказал, что, в принципе, данным героям ласхитить несложно. Выкачивается третий скилл. Ну да, против милишников, тем более, как бы, стоять довольно-таки несложное дело. В максимум третий скилл, как бы... И делаются дела. Тем временем на стриме нас целых 7 человек, из которых двое, наверное, мы с тобой. Не знаю, смотрят ли нас сейчас участники этой битвы. Ми-5 Бикини Ботом. Возможно, найдут ошибки в своих играх. Так, что-то мы отвлеклись от матча, на самом деле. Огр и... Мышиный наездник, то есть Бетрайдер, банится от Бикини Ботом, боятся таргетных скиллов. Стана, лассо, дизейбла очень сильного, как бы. А Ми-5 тем временем банят Дизраптора и Вивера. На самом деле я видел несколько матчей от Ми-5. Я скажу вам, что они любят героя этого Дизраптора, то есть вот саппорты любят этого героя очень. Пик Йоршейкера. Ну, посмотри. АОЕ скиллы мне пока что очень нравятся, потому что это красиво в первую очередь. Это... Но если это все заходит туда, то это красиво. Иначе это может быть очень даже некрасиво. Эхо Слэм Шейкер. Ну, я с тобой соглашусь. 10 seconds remaining.
Тем временем третий пик от Reddit'ов. Минут 15 у ребят на раздумье. Ну смотри, пока лайнап, я вижу у Bikini Bottom четкий. То есть Tidehunter это хард линия. Аппарат Shaker это саппорты. Ну пока что все да, довольно-таки очевидно. Сейчас посмотрим, что они еще возьмут. Так, брат Шекер саппорт, Вайпер это... Вот не знаю, ну, Сакайрат это явный саппорт. Ну, хотя, знаешь, и паблики бывают медовые Скайраты. Ну, Вайпер, он герой, вот я по себе знаю, приходилось отыгрывать на этом герое множество матчей. Ну, Денис, а тебя тоже, я знаю, что ты любишь этого героя. Да, у меня там топ-3 героев. Согласись, может стоять в любом абсолютно лайне, но не саппортить. Вот так вот скажу, что он может выполнять роль и хардлайнера, и мидера, и саппорта. Тем временем в Race King. Вот аналогичный герой может все линии как бы стоять, и может еще и саппортить. И лес, но универсальный герой. Станчик, аура, дэмэдж, перерождение. Ну да, он может... Знаешь, он из разряда героев, что если он не фармит, и матч затягивается на 40 минут, он может выйти в эдакого сами керри. У него солидный прирост статов, его аура на вампирик и криты это злая штука, как бы. Так, тем временем спектра. Ну да, и остается мидер у Bikini Bottom пикнуть. Мид 5, вот я не знаю. Вайпер, мне кажется, Вайпер это сейф. О, прошу прощения, Хардлейн. Скайрат в Race King в роли саппортов. Потому что я бы не... Акс Атакс. Ну, может быть, это Акс Харду. Или что-то. Подожди, я запутался что-то. Да, я сейчас тоже немножко что-то пытаюсь сообразить, как мне сейчас собираются все идти. Ну, давай выделим четких двух саппортов. Это Race King Skyrest Match. Он скорее всего, да. Тогда посмотри. Есть возможность, что это будет Вайпер в мид, Акс в харду, и тогда сейчас нужно еще какой-то керри герой получается. Но Вайпер может и встать... Нет, я думаю... Акс харда? Либо Вайпер фармящий, и тогда сейчас нужно еще какой-то мид герой. Непонятный для меня пик Некролита. Ну смотри, Вайпер это сейф лейн, Скайрат в Race King 2 саппорта. Ну да, Акскарда, скорее всего, нужен еще мидер. Может выйти в такого сэмми керри, как бы, при хороших делах. Акскарда и остался мид-герой. Или же фармящий. А вот у Bikini Bottom остался четко выраженный мид-герой. Посмотрим, что... Но остались из мидеров... Угу. ДК. Мой любимый ДК. Мой ненавистный Dragon Knight. Так, игры за него неплохо заходят. Мой любимый... Скажи, пожалуйста, какая у тебя сейчас точно секунда идет? 17. 16, 15, 14, 13. 15. Нет, вот если внизу навести на Полоцкого, там у тебя еще сколько? 13?
54, да. 57, 58, 59, 00, 01. Так, все, спасибо. Так, и last pick, Ember Spirit. Ну, мы знали. Итак, да, как я говорил, Олег, это Rap and Viscous, берет мид героя, Ember Spirit, ебашка сап... ебжайка, прошу прощения. Прошу прощения, ебжайка, да, правильно? Я просто прошу прощения, если что, за ники перековерканные. Свенки Пума, Акс Хардлайн или Желез, и осталась зубочистка на Вайпере. Please Go Game Spectra. Ну да, я вижу, что она четко выраженные линии, на самом деле. Ну, то есть, это Хантер, Соло Харт. Два на саппорта, Ancient Operation, Shaker, Spectra, Safe Farm и Мидер ДК. Ставится сразу пауза, проблема у ребят. Кто-то будет дисконнектаться, и за этим реконнект следует. Пока почитаем наш чатик, наш великий Цами 4 чат. У нас тут Стик, Влад, тебе привет. Shine29 пишет, как фанат Sky, буду следить за ним. Да, Sky, он, я вам скажу, хоть и худой герой, но вот хороший он такой. Так, что-то я... секунду. Вроде я поставил фрикамера. Почему-то... А, вот, все, отлично. Теперь паузу просят ребята из Bikini Bottom. Взглянем на закупы. Саппорт Moscow 5. Ми 5 берут в центре. Опсы. Шейкер у Bikini Bottom берет опсы. Я надеюсь, что Ancient Oppression возьмет центри. Хардер Bikini Bottom берет сразу ботинок, то есть это быстрый выход, выход в арканчике. Что интересно, ну хотя, да, топорик берет ДК, чтобы ему лучше фармилось на линии с Эмбером. Вначале, кстати, у ДК довольно-таки маленький урон. А я скажу поэтому тебе, что... без топорика, либо каких-то артефактов лично... иных там... Денис, я скажу по своему опыту, что ДК, ну, конечно, это не я сейчас ни в коем случае не осуждаю выбор мидера команды Bikini Bottom, но мое мнение, что ДК должен идти без всего, выучить задувку и уже с первой пачкой крипов у него появляется ботл. А ботл это... Ну да, с последним патчем сейчас ботл это must have мидеру. Ты по КД как бы спамишь фаербрезом, да, по-моему, называется? Да, брисфайр, да. Брисфайр. Спамишь брисфайром, у него там достаточно дэмджа на лас хит, и я бы на его месте поступил бы именно так, но его решение посмотрим на лас хиты, ребят. Я тут немножко залипаю на шапку Тайтхантера. Ну-ка. Боже, это же краб. Или осьминог. Ой, да, прошу. Что-то я как-то, ребята... Устал, сразу видно. Но я думаю, мы сегодня стримим в более лайтовом режиме, потому что все-таки рекаст, все знают уже результаты, как бы. Вот. Возвращается аппарат. Так, нам надо будет с тобой опять немножко вернуться, чтобы по времени у нас с тобой все было вровень.
В смысле? Немножко разбежалось у нас время, пока у меня прогружались персонажи после пика. Бросилось, короче. Ты уверен? У меня вот сейчас снялась пауза. У меня нет. Давай, я подожду. Ну, скажу тебе, сколько времени. Либо поставь на паузу и подождем, пока она снимется у меня, и вместе запустим. Хорошо. Даже именно снялась пауза, или... У меня уже ребята бегут во вражеский лес. Сколько времени прошло после того, как снялась пауза? Давай, я остановлю прям у меня ровно сейчас минус минута, то есть вот до старта матча, ну, до основного времени, как бы, до появления руны. А, минута ровно, да, у тебя? Минута, да. Да, хорошо, сейчас я постараюсь поймать этот момент. И все-таки аппарат не берет в центре варды, двардить не будет. А варды у меня... Так, ну все, можем запускать. У ебжайка, то есть будет... Да, давай, раз, два, три. Я нажал. Я тоже. А варды у Рейскинга, то есть он... Вардик запулил Скайресу, чтобы забанил спот, и сам идет вардить верхнюю руну. Тем временем никого не находит... в светлом лесу бикини ботом, но вардят. Ну, забанили спаун. Да, банят спаун. По линиям расходятся ребята, никого не нашли. Мне пишут, мне что... тут Вадик говорит, что немножко не видно я не знаю, левой части экрана и нижней части экрана. Я могу, ребят, сделать следующим образом. Так, окно без рамочки. Так, на верхней руне сейчас шейкер с ДК. Секунду. Нажми, пожалуйста, паузу. У меня секунда ровно. Мне 5. Мы ребятам сейчас сделаем, чтобы как бы было видно. Вот так вот, ребят. Видно? Да, должно быть видно так. Сколько у тебя секунд? Так, у меня 5 секунд. Сейчас я поставлю. Все, давай. Раз, два, три. Поставил. О, включил, то есть. Оп. Так, все. Попроси, пожалуйста, чтобы посмотрели, все ли в порядке на стриме. Так, а сколько вообще задержка хоть какая-то там есть? Нету, задержки нету, мы не стримим онлайн, это ребродкаст. Так, Акс у нас... Вот, посмотри, как там сейчас стало, нет? Акс у нас... говорит, хорошо стало. Стоит... На топе трипла против триплы. Против Хитхантера. Вот смотри, про что я говорил. Не знаю почему, но ДК не хочет задувать крипов. А у него просто сейчас, видишь, ботл еще не намечается. Да. Ман у него, ну, на две задувки кое-как. Ну да, ну конечно, на топоре ему помогает ласхитить, и он даже практически сравнивается. Ну... Хорошо. Тем временем, что у нас происходит? Ну, лайнинги стандартные. Это жирные герои на хардах. Но смотри, как я понимаю, Ми 5 хотят драться на харде, как бы. У них есть стан, замедление, сайленс, есть чем цеплять, да, пойзаны и очень много корпоративных вещей. Харасит пушку зубочисточка, не знаю, будет ли покупаться базилка, или это все-таки выход в ПТ или фейзы. На миде что происходит? Эмбер включает щит, харасит ДК. Ну, щит пока, в принципе, ходит. Второго уровня еще сильно не пробивает, но 200 хп оставил, уже неприятно. Что ощутимо. О,
Смотри, Акс вырывается в топы Крипстата 9-3 у. Да, кстати, Тайда он же очень сильно обгоняет. В миде примерно ребята идут вровень, но тем не менее Dragon Knight задинаил как бы очень много крипов. Не отдает лишние экспы. А спектр это свапаются лайнами, викини ботом, делаются ТПшки на бот. Тайд сейчас, видимо, пойдет вверх. Или это. А мне кажется, зря Акс заюзал. Акс слишком долго стоял. Где. Слушай, вот был бы он шестой, где-то я уже. Знаешь, это видел. Сейчас еще немножко и спектра может встрять, но нет. Они, конечно. Акс немножко пытался отпиться флаской. Ну посмотри, 40 хп, 100 хп, 180 хп, а Тайдхантер и вовсе ушел. Ну не знаю, ну. В принципе, замес за бикини ботомами, да. Он хоть у них. Да, очень-очень долго оставался Акс как-то на месте. Он, я думаю, он должен был видеть эти ТПшки. Я не понимаю, зачем он заагрил, он снова агрит спектру, но мне кажется, не убьет ее. Да, и отпускает. Ну, как бы урон внес неплохой, фармить мешает. На миди Эмбер 17-5. Это время вайпер-то фармит. Виктори 5 крипов у вайпера 18. Да. О, мидеров сравним. 25 идет Эмбер, 12-6 Декан. Сейчас, ребят, зачекаю чатик. Вроде все нормально. Что-то кто-то у нас там ссорится, насколько я понимаю. Не надо, друзья, ссориться. Это всего лишь игра. А, и посмотри, Тайдхантер, ну не знаю, мое мнение, что. Ну, они как бы его могут взять, да? Но не убивают. Мне кажется, именно так. Он выучил на двоечку Unkraken Shield и как бы. У него еще есть стики, в случае чего, как бы они зарядятся. Ну, тяжело его забирать. Сейчас мы когда раньше шестой апп, его уйти сможет в любом случае. Но как бы он и не мешает особенно фармить вайперу. На миде, кстати, Эмбер уже довольно сильно обогнал по крипам Dragon Knight'а. Да, 26-7, юзает ДД и ДК может встрять. Да, он встревает, Эмбер левел 7, поднимает 300 голды. Ребята, никто не делает ТПшек. Да, что очень странно, но у них их нету. А, юзает Агракс. Фиссурка мимо. Спектра должна уходить, а вот Акса, мне кажется, можно было бы чуть-чуть размять. Ну хотя там, да, спектра лоу хп. Скажи, сколько у тебя сейчас секунд вот прямо сейчас? 55. 56, 7, 8. 9. Ты мне ровно 10 секунд просто обгоняешь. Сейчас я постараюсь нагнать. Я поставил паузу. 6.03 у меня. Так, 6.01, 6.02, 6.03. Давай. 6.03, давай. Раз, два, три. Включил. Посмотри, горелка. Акс делает минус. Акс вовремя получил. Очень шестой, я, если честно, не провтыкал этот момент, и я думал, что нету шестого. И во втором матче подряд мы видим, что Акс с Макшиной крутилкой и с выученным ультом варит. Там как бы 4 милишника. Да как, кстати, снова встревает, делается сейф ТП, и Эмбер отходит. Но я скажу тебе, что с ФТП был очень поздний. Я думаю, ДК не убил, до последнего уже хорошо. Акс юзает горелочку на аппарата. Аппарата, да. Агр, но отбегает. Врывается Эмбер. Там Эмбер. Я думаю, не убьют они, кстати. А я думаю, убьют. Вот сейчас убьют. Связка. В
неудачном положении сейчас бикини-ботами, их вынудили сфакнуться лайнами, а в это время Вайпер фармит. У него... Да, Вайперу никто не мешает. Базилка, Т-шка, вышечку. Акс юзает тагр, и насколько я понимаю, Акс брался, чтобы фриспейсить. Ну, да, у него это замечательно получается, ты посмотри. Что? А не почему? Акс, он мог дать ульту. Не знаю, был мог, ли мог сейчас оформить этот знаменитый трипл килл от Акса вот этот. Да, ребят, кто вчера не был с нами на стриме, вчера был очень замечательный матч ДК, тем временем берет Эмбера. Мы устаем его пиарить просто этот матч. Ну, я скажу тебе, что грех его не распиарить, ибо матч того стоит. Сколько там, 60 минут? Войт, да, перевороты, морф, камбэки, там просто чего только не было. Смотри, Акс не стесняется, на нижней линии он просто бегает там рядом с тремя ребятами. Мне кажется, он сейчас за это поплатится. Если не поубивает нечаянно всех вокруг. Ну если бы его так не раскайтель грамотно, он бы мог сделать даблкил как минимум на двух саппортах. Мог сделать даблкил двух саппортов. И вот, Вайпер. Но нон-стоп фарм 48-5. Ну, я скажу тебе, что вроде Вайпер от Free Space, да, шестой левел, все хорошо. Но посмотри на Эмбера, он воюет почти что во всех файтах, и у него крипов только на 10 меньше. Включает щит, и мне кажется, он может тут встрять. Если сейчас даст фиссуру, а монеты нет, юзается стики. Своевременная фиссурка, но отлично, мне кажется... Ту использовал. Да, вот минус Эмбер. Дабл килл, в принципе. Дака тоже возьмут. Или нет? Да, возьмут. Там псички полетели. В рейскинга. И пушится нижняя вышка. На лайне у Ми-5. Вайпер по-прежнему фрикач. Мека выходит в меку зубочистка. Остается 500 голды. Левел 7 она сейчас получит. Я думаю, что... Ну, она когда возьмет седьмой левел, ей нужно будет... Ой, не седьмой левел, а когда появится мека, прошу прощения, ей нужно будет файтиться. Ну да, потому что иначе как бы смысл меки и реализовать ее, да, я согласен полностью с тобой. Тем временем у Эмбера появляются барабанщики. Статы, то есть Эмбер без всяких там фаст ВБФ и так далее. Статовый Эмбер, не знаю. Ну, грамотно все делают, как бы имеет 5, они наводят шороха на нижней линии, смотри, заставляют стягиваться. Берет хейст Торбуз, да. Он с Реведжем, если за... А там Вижен. Там Вижен и реинкарнация у Рейскинга. Не зацепят. Акс только если заходить за Тавр, но за Тавр заходить не вариант без крипов. Горелка на Шейкере, у Шейкера сейчас останется хелса 200 примерно. Если он... Ну, если что, и стики. А, ну... Да. 160, он может сейчас умереть. Еще одна горелка, он умрет. А он и сейчас умрет. А. Забрал крипа. Юзает, да, все-таки. Фиссурку, чтобы... Смотри, залетает Эмбер. Моментальный минус. Парад. Про скинга, реинкарнация. 2 в 1 размер. Ботл живет ДК на последних хпшках. Все, ДК умер. А сейчас заберут тайда. Проигрывают файт, нет? А, нет. Ошибаюсь. Почему? Тот, если не ошибаюсь, 4 в 2, нет? Да, 4 в 2 плюс Эмбер. Но Спектра, кажется, сейчас еще умирает. И Вайпер, мне кажется, должен погибнуть.
Нет, не погибает, и Шейкер очень-очень выживает, очень было близко. Но если он даст фиссуру хорошую... Из фиссура? Да две тычки с каждого, две тычки. Там прибежал Эмбер. Эмбер минусует сейчас аппарата. Что-то посыпались бикини-ботомы, но файты происходят по КД. Смотри, сейчас файт. Юзается в форме ТК. Все-таки должны забирать, да. Вайпера забрали. Эмбера забрали. Не так уж они и посыпались, тебе хочу сказать, ты посмотри. Ну да, молодцы. Сейчас ребята, они должны забрать фрейскин, да. Реинкарнации нет, но есть 15 стиков. Ой, какой Алексей забыл завязать эти стики. Своевременный стан ДК, боюсь, если бы он их загрел... Неужели Макс тоже умрет? Нет, не умрет. А мне кажется, что умрет. Или отдастся крипам. Ну да, тут с ДК немножко вот спит больше. И на ну а сейчас ДК прибегает. Вайпер. Слушай, это знаешь, что напоминает? Просто ребята начинают кого-то догонять, потом встречают там ребята из другой команды, да, и файт так продолжается. Файты по КД. Так, забирают Драгнайта. Акс все-таки умирает. Тайт. Юзается ульт спектри, какая-то сумасшедшая у нас 10-минутка, да даже меньше. 6-минутка без... По ульт аппарата. Если бы попал, то убил бы. Ну, давай взглянем в графики. 5000 заменит 5. И 2500 опыта. И все-таки дефуют низ бикини-бота бы. Хотят никак отдавать его. А не нужно. Есть ревенч, есть форма ДК, есть ульт-аппарата, спектраж, 64 секунды до ее ульты. Смог юзует саппорты ББ и находит инвиз руну. Видит это М5. Так, сейчас ловят рейскинга. Ловят. Будет ревич. Быстро фокси таск. Акс, он не успевает ничего ульта сделать. Ульта аппарата Вакса. Вакс должен умирать, он тут ничего не сделает. У тебя, по-моему, задержка какая-то. Да, сколько тебе сейчас? 15.05 я остановил. Так, у меня тоже 15.05. Давай, запускаем. Раз, два. 3. Поехали. Так, 15. Сейчас вот смотри, мне 15-10. Вот да, сейчас. У меня тоже. Я думаю, ДК сейчас может позволить сбрить пол ХП в вышке. Ну да, он поплюет даже бы... не спушить ее, потому что у Рейскинга 20 секунд. Да, они, наверное, не задефуют эту вышку. А нет, юзать фортификейшн на первую пушку. Есть мека, если что, у Вайпера. Да, все-таки что-то качели какие-то у нас. Эти пушат, те пушат. Акс наглеет, горелку юзает на аппарата. Заходит вообще, посмотри, куда. Ну, мне кажется, это ошибка, и должны наказывать, а нет, ДК. У ребята нету никаких ультимейтов, кроме ульты спектры. Спектр прыгает на кого? Нет. Она уходит. И ну, кажется, завязали... все расходятся. Но посмотри, мы в миде, кстати, заметили, смотри, что творится. Да. Смотри, да. Что в миде. Все это время Эмбер фармил. Там уже намечается БФ. Снесли, кстати, М5. Битва была за тауэры просто на нижней линии. Даггер появляются у Тайтхантера. Посмотрим на Нетворс. 7500 Эмбер, 7200 Вайпер. Хорошо пока что все у мидера и у лейт-героя команды М5.
Эмбер берет хейст и погоня за ДК. ДК, конечно же, тут никуда не уходит. И еще пофармят. Вязочка. Да? Я думал, не собьет ему ульту. Ну, в смысле, Рейскингу он выживет. Думаешь, выживет? Ну да, он выживает спокойно. Да. Эмбер фармит, ничего не боится. Почему-то не ставит он ремонты свои по всей карте. На самом деле у Эмбера есть жесткий абуз, вот его ульта, и заберут его, да. А нет, успевает нажать щит и тпшится на ремнант. Я видимо, не увидел его. Да-да-да, он стоял там. Да, я не увидел что-то. Ну так вот, у него есть жесткий абуз, если у него остается там 100 маны, как бы, да, есть у него тпшку, он может нажать ульт, вернуться до базы и залететь на свой ремнант. Это очень на самом деле хорошая штука, особенно с ботлом и так далее. Давит среднюю линию М5 силами Эмбера. Мне кажется, в Подмосковье время идет быстрее, чем у меня здесь. Потому что сколько у тебя сейчас? Паузу 18:34. Проблема у нас. Я не понимаю, как это происходит, почему тебе идет быстрее. Да, так, все, у меня тоже 34. Запускаем. Сейчас. Давай, раз, два, три. Тем временем Вайпер пушит низ, выходит в БКБ. Посмотрим айтемы. Так, а Вайпер-то выходит в аганим. А я что сказал? Ты сказал БКБ? БКБ сказал? Да. С 8 до 8 мити сидеть. Такой фокусит Вайпера. Но неудачная фисурка. Чуть-чуть. А вот там... при этом, смотри, они почему-то зайдут за ним, я не понимаю, что они хотят. Кстати, Вайпер в какое-то странное место заходит, сейчас будет стан. Второй не успел. Не успели. Не успел. Мы пока смотрели за Вайпером. Эмбер сделал мисс на ДК. Что-то у ДК пока что не идет, и я не понимаю, зачем он... Смотри, Т2, по-моему, сейчас просто так отдадут ребята в мид. Да, Эмбер... Они юзают глифт, сейф ТП. У Эмбера уже, кстати, БФ-ка, у Акс Даггер. Смотрите, не почему ДК варит лайфстил, если он элементарно берется за несколько дизейблов саппортов. Мне кажется, было бы профитнее собрать БКБ первым айтемом. Юзается ульт от аппарата, попадает по двоим. Отлично. Да. И отходит саппорты. Айтемы мы не посмотрели с тобой. Эмбер, БФ, барабаны, фейс. То есть сейчас 100 голды, и Вайпер будет аганим. Да, Вайпер 100 голды, аганим. Это нужно будет просто навязывать файты, просто по кулдауну. У Спектр фармит на Радианс, но крипстат у нее, конечно... Ну да, в 3 раза меньше, чем у Вайпера. Это совсем не серьезно. Давится линия у М5 в их сторону. И есть фарм для ББ. Куда идет Спектра. Но что-то она чувствует, что М5 зашли в лес и заходит Мака, смотри, от М5 текстурки. Они его заюзали на варде. Да. И сразу щемится бикини. Ну, вот вся она. Команда, да, она зашла в безопасные относительно места. Да, конечно, топориком деревья есть.
не совсем стандартное место для варда, конечно. Я скажу так. Что именно? Ну, что вот на лесенке прям стоит. Не знаю, Дим, ты, может, внимания не обращаешь, как бы, а мы довольно часто там вардики ставим. Ладно, анализ вардов оставляю за тобой, хорошо. Спектра... Руна инвиза внизу, сейчас Скарис, наверное, заберет. И Рошана армят Рейдинг. Так, смотри, ребята, это стоит смокак сверху, и сейчас будет файт. А сейчас все очень хорошо у них заходит. Еще бы эхо слэм, не хватает даггера. Но он зашел просто пешком, как бы спокойно дал этот эхо слэм. И сделают минус 4, я уверен. Минус вайпер Аксембер. Второй раз убивают. 4, да. И можно, ну, было бы даже цеплять и птицу, но бояться. Ну нет, птица довольно-таки большая, мув спид, как бы, и она уже отошла. Ну, так, ну что понимают. Получается, а ребята заберут Рошана? Да. И посмотри, 5000 экспа выигрывают за файт Дайра, как бы, это... Ну, для... Да, неплохо очень, мув получился. Для них-то приятно, я считаю. И посмотри, за последние... Две с половиной минуты. Мимо. Отыграли 4000 золота. Дайры. Это. Да, очень удачно зашли. Смотри, кстати, они вот забрали Рошана, и как раз туда подошел сейчас Сакс, Эмбер. А я думаю, они должны все уходить, но не ДК. А ушла, а ДК нет. Я думаю, что Спектре приятно сейчас, что она... Она, кстати, все-таки это не Радик, она покупает диффуза. Ну, не знаю, у нее был близко, и что-то... Шейкер, что он делал там, я... Знаешь, я по какой-то причине Спектра резко передумала, потому что она как бы диффуза могла бы раньше начать собирать. Да. Два ножика она могла себе позволить. Два ножика это хоть никак 20 урона. Замечательный вард вот, ну, залетает так на спектру, не убьет он ее. А вот сам он может встрять, и он встревает. Я думаю, нет, сейчас ребят. Он умрет. Все-таки умер, ну как бы. Ценой жизни спектры, спектра сейчас станет после Егиса. Но второй раз ее вряд ли разберут. Что-то как-то вайпер очень далеко гуляет. И о, надо наказывать. Я думаю, это будет ошибкой. Надо наказывать. Ну, знаешь, забирают все-таки шейкера. Нет, ну спектра, конечно, его сольет. И, кстати, вот после всех вот этих действий, как бы у спектры был бы сейчас уже почти радианс, если бы она не покупала диффуза. Поторопилась она покупать диффуза, наверное. Хотя, ты знаешь, как бы с такими файтами... Радианс бы сейчас не очень много дал. Смотри, было преимущество в 11 тысяч у Радианта. Сейчас у нас составляет 5000 по золоту, а по экспу тоже 5000 теперь. С вашего позволения почитаю чатик, свернусь на секунду. Ботом сейчас находится в своем лесу, там же рядом Акс со Скарис Мейджем. Но нет, встречи здесь никакой не будет. Я как-то здесь. А на нижней линии сейчас. Да, прошу прощения, я Эмбер напал, но он отошел. Я читал чатик. Сегодня мы не совсем, так сказать, серьезно стримим. Хоть и. Матч достоин этого. Вот, ДК меня услышал. Назад в будущее. Как говорится. Взял на себя БКБшку и
эти 10 секунд маг неуязвимости, я думаю, ему сейчас помогут. Ага, Вайпер тоже, кстати, собирает БКБ. Смотри. Медленно, наверное. У всех героев есть ульты, я думаю, сейчас будет экшен. Какой-то экшен, цепляет Эмир, но не хочет идти, потому что знает, что за спиной у ЛДК стоят его братишки-саппорты. У Спектры появляется Яша, тем временем выходит тоже более такую... У Эмбера, кстати, уже статовую. Криточки первые есть. Да, сейчас будет резать. Ну, не знаю... Эмбер или Спектра? Кто? Хороший вопрос, на самом деле. Мне кажется, все-таки Спектра в ойте, прям в таком глубоком ойте, она все-таки посильнее. Забирает. Хотя, ты знаешь, все-таки, наверное, даже очень трудно сказать. Нет, я скажу тебе так. Если у ББ все зайдет, что они сделали на Рошане, да? То я думаю, Эмбер и пикнуть не успеет, он сам по себе такой герой. Ну да, 6 армора, 1300 как бы хп. Без щита, я думаю, он там очень мало будет жить. Худ покупает Акс. Видимо, будет пайп. Ну да, да, да. Это, кстати, очень правильный выбор, потому что тут аппарата. В Рейскинг выходит, я думаю, многие другие как бы. Думаю, да, это форстаф, сейвящий айтем такой, можно отспить, засейвить. Вайпер в БКБшку после... Ну, в принципе, остался уже почти только рецепт. Ну, и Эмбер это дефолтные две бабочки криты. Скай просто жир. Просто жир, ему надо жить. Спектра, я думаю, сейчас Яшу, наверное, будет... тапать из... Ой, не Яшу, а Манстайл. Прошу прощения, с Яши будет тапать. ДДК 1000 на руках. Я бы на его месте бы сварил бы армлетик. Еще пока что не поздно. Да, очень такой приятный артефакт для силовых героев. Можно жить, выживать. Ставится пауза, дисконнект и цембер. Так, я знаю, что сейчас на самом деле будет. А что будет? Сейчас будет очень-очень долгие многочисленные паузы. Вот, поэтому нам с тобой по-любому надо перемотать. Перемотать. Угу. А. Видишь лазик сверху там? Лазик сверху вижу. Право. Да, давай 5 раз нажмем на 10 секунд вперед. Нажал, пауза все еще стоит. Я тоже. Давай тогда еще раз. 5 раз. Давай. А кстати, мы так устали на самом деле нажимать, потому что пауза там будет стоять, насколько я помню, минут 15-20, а это, я так понимаю, 10 секунд. Я перемотал, и паузы. Сейчас я скажу. Да, уже нету. Знаешь, кстати, если нажимать вот на полоску внизу, как бы, там оно перематывает именно на какое-то конкретное время. Включи, пожалуйста, 29.17. Как бы у меня сейчас 29.17 и стоит пауза. Вот Эмбер переподключился, вроде как у меня. У меня тоже. Написал Go. Не, у меня Go нету. Сейчас я скажу тебе, я как бы, вот все, он спрашивает Go. Ты готов? Так, подожди, у тебя сейчас... Давай вот... вот, у меня сейчас написано, игра возобновляется, еще 3 секунды осталось. Сейчас, вот. я тогда скажу тебе, когда у меня тоже будет. GP Shaker, вот все, Game is on pausing. Давай, раз, два, три. Два, один. Отлично. Да, так, все. Смотри, я так... Смока на верхней руне. Заходят в лес, но никого они там не встретят. Смоков у меня не был прожато. Ты что-то напутал. Сколько у тебя сейчас секунд идет? 29-36. Да, да, да. 37. А не было там смоков, Денис. А, смакет бикини-ботома. Все, я понял.
Просто нелогично. А, но если вот тут вот, на ХГ. Я думаю, сейчас должен быть файт. Хороший шейкер. У шейкера 120 монеток до даггера. Да, это на самом деле очень много может зарешать, потому что неудобно ему пешком заходить в файт, когда там есть какой-нибудь вайпер с замедлением. И немножечко станы всякие. До второго ульта у него, кстати. Я думаю, что на самом деле есть смысл чуть-чуть файт замедлить, может быть и накапает ему как-нибудь. Я думаю, если он хорошо влетит, то можно даже, знаешь, на самом деле сейчас файт фисуркой попробовать крипочков забрать. Что он это делает. И делает. Да. Но взлетает мгновенный стан, рейскинг назад отходит. Цепляют ДК, не идут так, за ним. 20 секунд до даггера. Ну, в смысле, 20 голды. Сейчас уже все будет. Акс отходит, значит, без Акса драться они не убудут и уходят. Ну все, они уходят, да, сейчас возьмут. Ребята из ББ, да, не стали. От ДК куда-то бежит. Бежит фармить. Так, нижняя линия абсолютно свободна для кача. Очень много рейндж крипов. Приятных, мягких. О, у Тайдхантера мека появляется? Я не видел меки, если честно. Спектра. Неплохо. У Спектры 1500 до манты. Если это все-таки она будет... Аксу, мне кажется, стоит идти в Крипсон Гвард. Ага, пайп. Я думаю, следующим айтом будет Крипсон Гвард. Но новый айтем, я напомню нашим зрителям, что айтем блокирует некоторый урон в области от союзных героев. И я скажу, что айтем очень сильный на живных и живущих героях. Акс, Undoing, нами любимый, и так далее. Да. Эмбер дает фисты, и я скажу уже тебе, что-то неплохо дамажит, как-то... в принципе. Ну, по героям не сильно пробивает, но крипы уже разваливаются. Но крипы крипами, но нужно убивать героев. Юзает смог бикини ботом. Да, вот шейкер взял второй уровень ульта. У него есть даггер, можно пробовать на самом деле какой-то файт устраивать. Мне кажется, сейчас нужно ждать Рошана и... Рошана пока нет, да, надо. И на нем устраивать хороший файт, потому что в узком пространстве у М5 все очень плохо. И вот он, Рошан, 2 секунды до респауна и появляется наш любимый великан. Я думаю, что варды только у М5. Они увидят, если зайдут ББ, а ББ как раз таки не увидят. О, ребят из М5. Вайпер БКБ покупает, а вот Эмбер где Адалус. И в ботле руна двойного урона. У него без всего дэмэджа 272, чекают ультом аппарат Рошана и находит Акса там. Я думаю, сейчас нужно смещаться дайром, крайней мере, ближе. Потому что если М5 возьмут Рошана, будет все очень плохо для ББ. Не ботом что-то не особенно, пока туда торопится идти. Юзается смог на реке. Может быть, будут байтить на Эмбера? Сейчас хотят кого-то поймать. Да, они ловят ДК. Героев. Мое мнение, что Акс очень рано вырывается. Хотя... Ну и все-таки, знаешь, ДК не тот герой, по-моему, которого стоит ловить. Ой, фисты под дабл дэмэджем. Просто вот у него урона просто чума. Да. Не умпропирую еще, правда? И посмотри, вроде бы все зашло у ББ.
Но они живут. О, все-таки цепляли же тут М5. Ну, инициировали они. Я не понимаю, почему, но М5-то бой проигрывают. Они теряют хардлейнера из саппорта и лейт-героя, в то время как ББ теряют мидера и саппорта. Как бы что-то ребятам надо думать с этим. Знаешь, мне кажется, что Эмберу стоит... Не знаю, может быть это бредовая мысль, но мое мнение, что нужно БКБ. Щит-щитом, а БКБ лишним не будет. Посмотрим, что будет сейчас собирать. Свернемся в чатик. Ульты на КД. Спрашивают дота баф Лазовского, Женя. Продолжается у нас. На миде Акс прыгает, кидает горелку на спину, но стражи его убьет просто, если никто не подойдет. На самом деле грамотно, что она сейчас не нажала манту, потому что сейчас бы иллюзии, БФК Тембера. Там да, просто развалились. Море демеджа. Рошант все еще стоит, не собрали. И все ульты у ребят есть. Вот у ШК только... Нет еще Рейджа у Тайтхантера. А там он уже будет, 7 секунд осталось. В принципе, да. И он идет в рефрешер. Ну, грамотное решение, да. Очень грамотное. Ульт аппарата прочекал сейчас Рошана. Почему у них нету вардов? Я не понимаю. У них есть вард во вражеском лесу и в своем лесу. Не знаю. Спектр. Что у спектры? Две стоп поверх манты. Во что ей пойти? Ой, Шейкер что-то страшное творит. Мне кажется, ну хотя если... А неплохо получилось, в принципе. Ну, разменивать Эмбера на два таких мощных ульта. Ну да, кстати, как бы сейчас Рошан это... Нет, ну вот если сейчас Спектр там залетит, она залетает и сбивает ульту в Рейскинг. Умер первый раз. Я так понимаю, она просто ультанула, все разбежались и все. И попытка снова зайти на Егис от Редентов. Да, ребят, если лагает, это вы там что-нибудь скажите. Да, смотри, там быстро-быстро забирают Рогатка. Да как юзает тот самый БКБ? Живет и убивает. Смотри, как он живет. Смотри просто насколько он живучий. Это Team Vibe. Да. И, ну, Эмбера там как бы уже не было в этом файте, но... Сейчас они должны быстро забирать Рошана. А я думаю, что Эмбер бы ничего там не сделал бы. Ну, раз за два он бы кинул фисты, ну, да? Бы кого-нибудь связал бы там, ну... Ну, не знаю. Эмбер мне не очень симпатизирует. То, что вот сейчас как раз делает именно этот герой, да? О, смотри, Эмбер прилетает, но он сейчас, наверное, просто ремонт летит. Да. А даггером цепануть? Никак, да? Шейкер прыгает, и фиссурку по таймингу. Минус Шейкер. Как хорошо сейчас все складывается для команды Bikini Bottom. На самом деле сейчас очень грамотно они завязали последовательность скиллов. Все по таймингу, без лишних станов, без простоев скиллов, быстро, четко и как нужно. Берут они сразу того, что получается, это ж не было Реведжа, не было Хэслэма. Да?
Так что, в принципе, если бы там был бы Эмбер, но были бы эти ульты, как бы, все-таки было бы все еще более жестко. Блин, ну почему же вот не любят у нас вот Войд во вчерашнем матче? Мы сказали, свари БКБ, ты выиграешь. Он сварил, он выиграл. Но когда он его сварил? На 40-й. Когда было все уже не очень хорошо. Я напомню, вчера были чудесные вообще графики у нас. Gravity Defeat мы вспомнили с Денисом. Так. Ладно, Netwars. Фармить Ancientов. Посмотри, ноздря в ноздрю, Спектра и Эмбер. ДК, кстати, перефармливает Вайпера чуть-чуть на 1500. И у Тайтхантера рефрешер. Вот это. Акираса уже есть, кстати, у ДК. Сейчас к нему прилетит. И посмотри, у Шейкера 400 до Аганима. Это будет очень больно. Это он будет бахать. И еще один уровень, как бы у него будет третий уровень ульты. Я думаю... Айгес они взяли, он у Спектры, правильно? У Спектры, да. У Спектры 100 монет до Тараски. Да. Мое мнение, что сейчас нужно просто нести мид, заходить, сносить. Брать, не затягивать. Брать сейчас Тараску, Шейкеру дособирать эти 50 монет до Аганима и идти просто убивать. И не затягивать. Они могут себе это сейчас позволить вполне. Аппарат, да, с ганимчиком тоже приятно. Тоже, кстати, еще ему, в принципе, один уровень до 16-го. И спектра с Тарасочкой. Взглянем на айтемы Radiant'ов. Если честно, ничего нового я не увидел. Ну, Эмбер, видимо, начал собирать второй БФ. Мне кажется, мид 5 они просто поняли, что сейчас лучше чуть-чуть пофармить. Может быть, в те самые БКБшки как бы выйти, да, там сколько минут? 10 нужно для этого. Вот, но против Спектры фарм может очень плохо, да, обернуться, как мы знаем. Ну, мое мнение, если Эмбер будет переживать проказ саппортов Бикини Боттом, то все будет очень хорошо для него. Море дэмэджа. А что он сейчас делает? Он может так и встрять. Зря. А может и убить. Он, в принципе, очень был близок к этому. Если были бы еще одни фисты. Ну, понимаешь, не думаю, что вы разменивать свою жизнь на аппарата. Его очень тяжело забрать, понимаешь? Жалко, память, что у него везде ревенаты. Вот смотри, вот он был в лесу, да, и сейчас он уже... Жалко, что не взяли героя с Арчидом, Бикини Боттом. Может быть, Квапу какую-нибудь? Ну не, Квапа тут... Да или даже собрать кому-нибудь, в принципе, можно было бы Арчид попробовать, только для этих целей. Ну, к примеру, аппарату. Он, в принципе, уже вышел в свои айтемы. Что-то у Олега проблемы с дотой, как мы видим, дисконнектит его, когда не впервые... Так, нам надо опять перематывать, потому что это опять надолго. Еще надолго? Ну, хорошо. Два дисконнекта уже у меня, спектра вернулась. Грузит Билайн. Угу. Ноут слабый, скайп залетел пару мгновений. Все. У меня вот сейчас я тебе скажу. Так, смотри, у меня сейчас. Так, Эмбер вернулся, Эмбер. Вылетел. 43-40 у меня. Ну это вот то время паузы, как бы. Да, я понимаю. Сейчас у меня стартанется матч. Я скажу тебе. Да, продолжим. Так, давай, я сейчас, в общем, замер тут на 43-47. А, да, добро. Догоняй, ставь паузу и продолжай. Да, добро. Сейчас Эмбер спрашивает, гоу.
3, 2, 1. Сорок три, сорок семь. Все, я готов. Давай, раз, ну, давай. Два, три. Так, что мы видим? Нетворсы. 18600 у спектры. Смотри, смока на нижней смока, линии, да. Юзают бикини-ботом, хотят зайти в лес кого-то найти, но там... Я не знаю, байт ли это на ДК, или просто он не успел на смока, или наоборот... Решил уже не палиться, да, просто? Да. А, кстати, вайпер все чувствует, отходит. Ну, я скажу, что да, он именно чувствует, а не видит. Потому что варда как такового нету. Ни опс, ни сентрика у рейдингов. Акс бегает в инвизе, сейчас заходит в свой лес. Кстати, вот у Акса 3500, почему он не собирает то Крипсгард? Да. Да, вот как я посмотрел, блокирует 40 мили дамага с шансом 80% и время действия... Подожди, разве 40? По-моему, 50. 40. Я вот сейчас смотрю. А, все, вижу, да. Действует 9 секунд, то есть это... Так нет, подожди, это, я так понимаю, это пассивное, как бы, пассивное действие. При активации 100% шанс заблокировать 50 урона с каждой входящей атаки. А, да, все, да. Да. Почетный зомби, собирающий этот артефакт, как бы, знаю, о чем говорю. Зомби. Мы не будем сейчас... Ладно, все, я молчу. Все. Цап-цап-цап. Цап-цап-цап. Так, Акс стоит в секрет-шопе. Тараска это будет. Во что пойдет спектра? Дэмэдж или может быть... Но во что? Я еще не во вторую вижу. Да, Тараску. Смотрите, как бы. Так, Шейкер. Аганимчик. 16 левел. Все хорошо. Нужен... Вот мне кажется, что ему сейчас стоит сфорить, а что ему летит в центре. Мне кажется, что... Блин, ну вот мы... Может быть, реально мысль и бредовая, но... сварить арчи можно было бы, как бы. Знаешь, сейчас как бы просто будет довольно-таки все-таки так. Эмбер снова дисконнект. Это долгая пауза, ты не в курсе? Да вроде да. Честно говоря, я уже до этого момента, по-моему, не досматривал. Ах, ты смотрел? Вот, я не смотрел, кстати. Я смотрел в Dota TV эту игру. Ты смотрел в Dota TV? Так, сейчас там будут ребята очень много отношений выяснить. Давай, в общем, попробуем мотать. Давай. Так. У тебя сколько сейчас секунд на паузу? В смысле? 46, 19. Вот я мотну. Так, сейчас я... Так, все, у меня сейчас 3 секунды до снятия паузы, как бы, так что скажи, как у тебя. Как будешь готов с ними вместе? У меня уже 46.20, я просто промотал чуть. Поставь себе. 46.20, да? Давай, раз, два, три. Так, сейчас подожди секундочку. 22. Подожди, сейчас вот 21, 22, ставлю паузу. Так, давай. Давай, раз, два, три. ДК чекает Рошана, не находит его. И пойдет фармить нижнюю линию. Но, мне кажется, есть смысл состоять в состоянии байбеков. Посмотреть, то есть. Байбеки есть у основных героев рейдентов, а вот у ДК уже тоже есть байбек. Так что там, в принципе. Да, байбек у основных героев есть. 20 тысяч общая стоимость. Эмбер пытается разминать спектру как-то на топе, там прыгает, там фестайбл своими. Но я скажу, что у нее сейчас щит кончится, она может ему здорово навалять. Но все бы ничего. Там ремнанты. Есть фаер ремнанты. Две бфки, кстати, у парня уже. Вверху? Посмотри, низ пушит дайры.
Пиктра прилетит, а они тут втроем, да? А где еще один герой? А, вот. Четверо. Потерял я. Ты, наверное, Шейкер, да, потерял? Шейкера, да, спрятался. Хитрый какой. Не, ну он все правильно делает, ему нужно будет прыгнуть с даггера, чтобы никто его ему не сбил. Да, и вот что я и говорил, ульты прикулдаунились, Аегис есть, да, насколько... А, Аегис пропал. И сносит пушку, ребята. Ты посмотри, сколько фисты снесли. Фисты, 800 хп осталось у Dragon Knight, у которого было 200. Если бы это был какой-то саппорт... И сейчас важно дать хороший эхо-слэм, но его не будет. Без эхо-слэм умирает Акс, умирает Шейкер, минус стоит Хантер, Акс байбэк. Вайпер умирает. Первый раз умер Блейскинг, сейчас он встал, всех замедлил. Наплевывает Вайпер. Спамит скиллами Скаймаг. Файт за резентами. Но байбекались и Вайпер, и Акс. Сейчас я посмотрю точно, кто... Вайпер точно бы... А, да, Вайпер. Три героя байбекалось, получается, Акс, нет? И в Рейс Кинг. Да, 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 да. И ребята заходят на Рошана. 59-й. Ну, это абсолютно грамотный сейчас такой мув. Ну, само собой, мне кажется, что очень сильно зарешалось сейчас, что Шейкер не дал эхо слэм. Мне кажется, если бы он стоял на ХГ, где вот, ну, сейчас он... Годя крипы прошли только что на ХГ, да? И залетел бы с даггера, то я думаю, было бы намного бы лучше все. И идут по миду Радианты. Мы напоминаем вам, что это матч третий, если не ошибаюсь, группы. Чемпионат аппарата попадает в троих, но есть проблема у аппарата в том, что чем дальше затягивается игра, тем как-то они уже меньше. Я не знаю, будем ли мы брать интервью? Да, мне кажется, смысла потом нет. Ну, да. Но было бы... Смотри, как там заперли в рейтинга. Нет, он уйдет, хотя есть фиссура, фиссуры нету. Его забирали как раз фиссурой, поэтому... А, я... Да, прошу прощения, опять-таки. Вайпер находит баунти рунку. Вайпера сыр, кстати. У Вайпера, мне кажется, был бы смысл пойти... Может быть, манту какую-нибудь? Насколько я это знаю сейчас... Это у Эмбер Спирита. Опа. Неожиданный артефакт. Я тебе скажу, что с Аегисом Эмбер может позволить себе и не такое. Сейчас вот ребятам из М5 надо просто идти и ломать любую сторону. Они сейчас вообще могут себе спокойно это позволить, потому что есть Аегис, есть Сыр, есть Трапира. То есть это 600 с лишним урона с одной тычки Эмбера, а при учете фистов как бы и двух Battle Fury это просто... Слушай, я не помню... Эмбер у нас залетел ластпиком. Я тоже не помню. Просто есть очень сильная контра Эмберу в лице Дума. Дум не был забанен 100%. Потому что первая стадия банов у нас был Void, ДП, Банша. Акс забирает Шейкер. Но он тоже должен умереть. Акс умирает, да, тоже. Почему не взяли Дума? Конечно, ну, если это был Last Pick Эмбер, то само собой, да, как бы. Ну, не знаю. Тайда, кстати, есть рефрешер. Вот Тайда? А он у него был еще... Немножко упустил как-то этот момент. Минут 6 назад. Дисконнект у Эмбера. Ну, это знаменитый общажный интернет. Ну, мы понимаем, ребят. Я особенно я понимаю. Так. Спамы на F9.
Так, сколько у тебя сейчас время, скажи, пожалуйста. А я перемоточку x8. Все, у меня. Опять он вылетел. А время сейчас у тебя все-таки сколько? 52.017. Все, у меня вернулся он. Мне 52.23. 52.23, хорошо, я сейчас включу. Прошу прощения. Шика. Так. Все, у меня 52.23 до Егиса осталось минут 55 до его исчезновения. Так, что, я готов. Давай, запускаем. Раз, два, три. И все-таки я не перестану форсить арчит на саппортах. Ну вот серьезно. Смотри, залетает Эмбер. Ну вот. Сейчас, если залетает Эмбер, он всех убивает. Ну, на этой уже минуте. До этого, мне кажется, не хорошо, начался. Залетает Эмбер. Сзади стоят два со. Я сейчас увидел Эмбера и его фарм на ты увидел крипов, которые развалились, и вот крит сейчас на 1569 урона. 1500, да, серьезно. Вот, два саппорта в спине залетают, юзают два скилла, вешается арчит, и Эмбер не уходится, ну, 100%. Ну, фарманет он саппортов, ДК и Спектр, ну, 100% выживут, да, как бы, и Эмбер погибнет. Ну, не знаю, это... Мы осуждать их не вправе, просим прощения. Ну, стоит еще учитывать то, что какой-нибудь там рандомный, не дай бог, ремидант какие-нибудь... А хотя, в принципе, если он будет под арчитом, он же улететь не сможет. Да-да-да, про то же, что если у него нету скиллов, он... Все, он не то чтобы юзлес, да, как бы, но он... Только осталось 800 хп после... После ремнанта? Нет, ну, после... Фистов. Да, прошу прощения. Он ДК, то есть, как бы, один из самых толстых персонажей этой команды, после Спектры. Ну да. А Спектра выходит в МКБ, насколько я понимаю, Лак залетает. Так, смотри, прыгнул Лак, загрел. Один. И сейчас фисты должны пойти. Юзается... Рэвэдж на еще один рэвэдж, а нету маны на второй рэвэдж после рефрешера, не успел заюзать арканы. И мне кажется, это ГГ. Но есть еще рэвэдж второй, да, как бы? 5600 сейчас денег у Эмбера. Давай посмотрим графики, я снова вижу Gravity Defeat. Потому что... Какой, кстати, довольно-таки сложный уровень был, да. На 28 уровень сложный? Да, ну да, да, да. Вспомнили молодость, конечно. Так, ну, в принципе... Аегис еще есть, да? А, нет, пропал Аегис и 6000 Эмбера. Я думаю, если у этого типа есть яйца, он должен брать рапиру и ваншотить. Как минимум аппарата. Сейчас еще так здорово сказал. Ваншотить? Что-то вот я так... И ваншотить, я прям это... И ваншотить? И ваншотить, да. Нет, его зовут тоже Олег. Тоже вспомнил одного парня. Ивана? Ну, да. Валанара, очень... который? Нет? Нет, 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 не того, нет. А, я понял. Я понял. Ладно. Нас ждут серьезные. Посмотри, какие мощные пачки крипов уже идут просто. Эти по две катапульты. Это прям битва за Средиземье у нас сейчас на средней линии. Да, я смотрю, но там как бы, по-моему, 4 рейнджовых крипа все-таки. Смотри, Вайпер покупает Тараску. По-моему, верное решение, ибо демеджа сейчас у Резидентов хватает. А Вайпера сейчас убить будет, ну, очень тяжело сейчас, прикинь, 3500 хп. Да, конечно, его пассивка. Немножко пассивки, которые замедляют атаку, там, мека есть, БКБ.
Плюс Вайпер может через 12 секунд раскидывать ультимейты. Пауза от киннибатом. Так, причина паузы я не знаю, но я могу промотать чуть-чуть. А я даже пытаюсь сейчас. Что-то тут. Так, 56.38 у меня сейчас. 56.38, у меня 39. Да. Так, давай я запущу, поставлю сейчас. Так, 39, все, готов запускать? Раз, два, три. Поехали. Так, что мы видим? Рошана нету. Очень забавную картину наблюдаю. У меня вот эффект, знаешь, вот где вот такие стрекозки летают. Стрекозки? Стрекозы, да. Ну, в общем, у меня тут такие звездочки падают, стрекозы летают. Видимо, из-за паузы, я не знаю, из чего. Короче, у меня тут в одном месте штук, наверное, 40 стрекоз. Забавно это выглядит. Стрекозы... И каждый, похоже, слетелись в одно место. Это хорошо, но две рапиры на Эмбере. Я рассчитываю, что, еще лучше, да? Что Олег ее все-таки купит, но место под Аегис. Мизы? Ну, да. Это вот мощный Эмбер получается. На самом деле я не помню, где я видел, но если не ошибаюсь, Синг-Синг был на Эмбере. Cloud9 vs Нави, Нави давили весь матч, но у них был Инвокер и Фурион. И как бы множество миньончиков, а Эмбер-то, сами знаете, с фистами, с БФ-ками делает овердэмэдж. Так, я понимаю, Эмбер сейчас не хочет покупать рапиру, потому что он хочет оставить на байбэк. А мне кажется, слот. Слот на Рошан, ну потому что у нас скоро уже появится он. Эмбер берет инвиз, тем временем не уберет инвиз, оставляет. Почему? Не знаю. Вот для Вайпера. Дайры дефуются. До Рошана остается 4 секунды. Появляется наш любимый пухляш. Да, Вайпер берет и идет искать, наверное, в лесу кого-то, но никого он там не найдет. И смотри, насколько заваржен лес, свой же, причем от бикини ботомов. Два опс, 103 сентри. И сконцентрировали свои силы на средней линии, не хотят отдавать они, что и понятно, на самом деле. Тайминг байбеки на данный момент есть только у Вайпера и Эмбера. А Тай тем временем выходит в Шиву. Тайт Шива. Фиссурми швыряется шейкер. Можете себе это позволить. Манапул уже не такой маленький, как на первом левле. А и арканчики все-таки. Вот она, Олег. Рапира моей мечты. Если ты нас слышишь, что вряд ли. Кстати, посмотрю, сколько нас смотрит. 6 человек. Меня, кстати, среди них нет. Среди них есть я. Нас смотрит 5 человек. Но я думаю, мы делаем это не столько сейчас для стрима, потому что сейчас будни, как бы все устают. Так, забирают Рошана. И время уже не самое маленькое, да. Вместо БФа второго, да, он взял его? Эгис. Да, ну, мне непонятен. Этот по-моему, ход. Фейзы сейчас, ну, не такой важный артефакт уже на 60-й минуте, когда у тебя две рапиры. Фейзы, если не ошибаюсь, это 24 дэмэджа. Да, 24. Ну, мудспи, понятное дело, как бы. Ну, блин, у Эмбера есть ремнант, и Акс может зайти, залететь. Почему-то в Рейскингс форстафом. Вот мне нравится, что даггер на этом герое. Очень важный файт. Да, сейчас будет что-то.
Сейчас они подождут клипов команды М5. Будут заходить. Но вот основные силы Дайры сконцентрировали наверху. Кстати, Олег не продал свой второй БФ. Второй БФ в куре. В курочке? А может быть он ее будет вкладывать в себя на фисты? Нет, это как-то слишком плотно. Вайпер ультует ДК, моментально забирают ДК через ульту. Кстати, заметь, Вайпер довольно-таки интересно тоже все сделал, он просто ультанул ДК и начал бить табор сразу же, то есть... А байбека нету, и боятся фистов с саппорты, и просто... Ну, кстати, это получается, что сейчас ДК сбили вообще без участия Эмбера, правильно? Да, ультанул Вайпер, ультанул Skyros Mage и все. Да, но у Skyros Mage уже есть ультимейт, как бы, ну сейчас мана нарегенит. И считай, что ребят ничего не потеряли. Просто они забрали ДК, у которого нет байбэка. Ну Вайпер стоит и свободно плюет вышку, как бы. Ну, легко можешь себе это позволить. Ребят сейчас точно так же зайдут на любую другую линию. Да, они смещаются наверх, а тем временем 7 секунд до ДК, и я думаю, что... Он как раз таки появится. Нет, не успеет появиться, я считаю, но расходятся ребята, делают все более сейвово. 1000 крит. Вот вылетел. Мы видели. Вот сравни просто дэмэдж. Я не знаю, с чем это связано. Вот, он нас услышал. Посмотрели. Так, подожди, нет, еще что-то там делает. А почему? Он сравнил дэмэджи? Ну, по-моему, там очень понятно мне. Да. И АОЕ как бы рейндж там, ну. Ладно, оставим это. Его выбор. Так, что развалились иллюзии спектры. ДК сейчас появится. Ну, ну криты по 1000 как бы. А да, но считаю, что их может улететь несколько с фистов под Battle Fury. Ну мы видели 1500, или он был под ДД, нет? Вот я не помню. Ну ладно. ДК юзает форму, БКБ цепляет вайпер БКБ, ревидж, еще ревидж залетает. Ультаппарата и очень больно Эмберу. Эмбер погибает. Эмбер первый раз, Вайпер сейчас. И Спектр его фокусит, но это трипл килл. Вот тебе и Эмбер. Он просто нажал одну кнопку и всех убил. И заработал 10к голдыни. Прошу прощения, не 10, а у него было 800 и просто ломают трон. Не трон, а верхнюю линию. Да они сейчас просто пойдут в трон, им как бы уже... Сейчас Разор может встрять, а нет, тут Эмбер... Тут как тут фисты 2500 крит на аппарата, я думаю, что это ГГ. Ну вот, кстати, после того, как Егис выбили, он взял второй батл Фьюрия. Ну, естественно, освободился слот, и дэмэджа это больше. Да, лоски ты посмотри, у Эмбера, ну оно понятно почему. Ну да. Нетворс 40 тысяч, я не видел еще подобный нетворс у нас на турнире. Ну да. Два раза больше, чем у Мейнкерри второй команды. Здесь на самом деле даже без комментариев, ну, герой такой. Что-то могу сказать, но Эмбер делал все классно. На самом деле, ребят, я скажу вам одну вещь, что, ну, о результате матча я знал еще как бы, ну, вчера, я списался с Евбжайка Лешей, то есть, да, он мне сказал, что они хотели затестить Акса, но что-то у них не получилось. И лишь только на 40-й минуте они решили, что нужно взять этого героя, как бы,
Вот. И пошли фармить, и у них, ну, вроде бы хорошо получилось даже. Да. А, Женя пишет, 9 или 10 был рекорд. Это про что ты говоришь, Женя? Я думаю, не про NetWars. Ну, NetWars 10 тысяч? Нет, вряд ли. Говорит нам Евгений, спасибо. Два, ребят, наверное, спасибо, что посмотрели. Вводы вы найдете на канале Ютуба, группа ВКонтакте CMEIT. Спасибо, что были с нами. Да, и до скорых встреч. Пока-пока. Да, всем пока.